Всех приветствую на канале Дороги, Михаил Илюшин. Сегодня приглашаю всех прокатиться по улицам Энгельса, Тельман, Максима Горького, Ленина. Поехали, посмотрим. Начал с улицы Тельмана, это БК Целлюлоза. Покажу вам еще раз Тельмана, хотя у меня уже сюжет этой улицы есть. Ну, еще раз летний вариант, 31 августа, последний день лета. Прокатился, посмотрел, вам показать дороги и плюс сам Энгельс. Мне вот нравится вот этот комплекс, стоит облака. Вот в Саратове что-то не видел таких. Есть на набережной, но как-то вот здесь смотрится прям красиво. Ну и что здесь пока ничего такого не изменилось, трехполосное движение, знаки висят, светофоры работают. Ну вот и про эти облака, то есть вот красиво, мне понравилось. Продолжаем движение по Тельмана, проезжаем Тельмана, и у меня есть сюжет, поворачивал налево на улицу Тихая и выезжал на Трудовую улицу. В этот раз решил проехать направо, посмотреть дорогу, потому что там никогда не ездил, мне там вообще не с руки было и даже не знал, куда эта дорога идет. Оказалось, это Максим Горького. Доехал до торгового центра Лазурный, на Коммунистической там проехал чуть-чуть и попал на улицу Ленина и с выездом потом на Лесозаводскую. Вот такой сюжет, а здесь мы сейчас продвигаемся по улице Тельмана. Последние денечки. Вернее, денечек 31 августа. О, хорошо, сухо. Да, после этого сюжета выставлю времена года. Целый год ездил по одному и тому же, старался хотя бы раз в неделю проезжать по одному и тому же месту. И выставлял я вам там осень, зима, весна. Вот лето прошло, как раз год все это соединил. Посмотрите следующий сюжет, что из этого получилось. Как даты я писал, когда я проезжал. И вот что за год там, как все менялось. И листва, и дорога. Но это будет следующий сюжет. Дорога комфортная, улица Тельмана в этом месте. Шикарная, едешь и не торопишься, и никаких напрягов. Ну только вот, пожалуйста, машины где стоят, прижимаются. Ну это все нюансы, пешеходные переходы. И вот сейчас поворачиваем направо. Был сюжет у меня предыдущий, да, ну не предыдущий, а до этого я показывал. Рекомендация будет наверху, смотрите. Налево, чтобы потом на Тихую выехать. Улица. Максим Горького. Максима Койкого, как говорил герой одного фильма. Койкого. Я так понимаю, здесь еще двухстороннее было движение. Дальше Петровскую пересекаем. Здесь одностороннюю в сторону Коммунистической площади. Лазурного, потому что навстречу только идет общественный транспорт. Да много улиц, по которым я еще не проезжал в Энгельсе. Самому интересно. Коммунистической доехал, сейчас поворачиваю налево, потому что прямо проезжать у меня этот сюжет был. Проезжал это. Вот она, улица Коммунистическая. Ну, здесь небольшой отрезок. С левой стороны что-то будет строиться, наверное, опять. Забор закрыто. То есть Энгельс строится потихонечку.
Вот такой участок проехали. Ну и вот свезли на улицу Ленина. Я только ездил там от Степаной до Лесозаводской. Даже не мог представить, ну, она не по пути, там куда же мне заехать. Заведет эта улица. И, да, такая узковатая, но дорога ровная. Солнце, как обычно, в камеру. Блики. Сейчас будет перекресток улицы Петровская. И там один чудак на букву М. Пешехода. Женщина переходила, не торопилась, а он прям долго пропускал по Петровской, я так понимаю, он стоял сейчас вот в этот момент с той стороны навстречу. И ему надоело, и он рванул с таким прямо, помню, вон женщина с правой стороны, пешеход. Синий второй поворачивает. Но его, наверное, взбесил то, что перед ним там проехали. Вот, смотрите, женщина спокойно идет. И вот он на наш подпрыгнул. Но куда-то торопился. Вот Петровскую пересекли и проезжаем дальше. И что характерно, этот навигатор показывал только налево опять. Через Максим Горького проехать. То есть вот эту улицу Ленина он мне почему-то вычеркивал. Вот только показал, когда я вот нажал, вот сейчас увидите схемку. Вот до суда. Если бы показать дальше, до леса заводского, он меня опять на Максима Горького выводил. То есть крюк такой через улицу Тихую почему-то. Ну, решил так вот вам схемку показать. Здесь вот светофор улицы Тихая, мы проезжаем направо как раз. А мы прямо. Сейчас доедем до улицы Степной. Там главная дорога, пропускайте. То есть они на Ленина поворачивают, у них главная, у нас второстепенная. Не забывайте смотреть на знаки. Ну вот, как видно, что застраивается потихонечку частный сектор-то. Будет потом город другой с годами. Уходит, уходит частный сектор. Особенно в центре. Ну а здесь осталось чуть-чуть до леса заводской. Здесь одностороннее движение. Тоже вон есть дома брошенные. Здесь хорошие. На этом заканчиваю. Берегите себя. До новых встреч. Благодарю всех за просмотр. И вот улица Лесозаводская. Налево к паровозу, направо мост в Саратовске. Всем пока.